Сегодня я приготовила для вас что-то особенное. Вы удивитесь, какой вкусной может получиться обыкновенная куриная грудка. Смотрите оригинальный рецепт от моей домашней кухни. Два апельсина очищаем от кожуры. Кожуру одного апельсина не выбрасываем, она нам пригодится чуть позже. Апельсины нарезаем крупными кусочками и прикладываем в чашу блендера. Добавляем соль, сахар, лимонный сок, кукурузный крахмал, кетчуп. Взбиваем до однородной массы, затем пропускаем через сито. Готовый соус пока убираем в сторону. В глубокую емкость насыпаем муку, кукурузный крахмал, соль, разрыхлитель. Вбиваем яйцо, вливаем 200 мл воды. Все хорошо перемешиваем венчиком. Панировка готова. Куриное филе нарезаем крупными кубиками, перекладываем в панировку, перемешиваем руками. В сковородку вливаем 200 мл растительного масла и хорошенько нагреваем. Опускаем куриное филе в раскаленное масло и готовим по 3 минуты с каждой стороны на сильном огне до румяной корочки. Таким образом нужно пожарить 1 кг филе в панировке. Масло сливаем, сковороду не забываем вымыть. Переливаем соус, добавляем тертую апельсиновую цедру. Перемешиваем, держим на среднем огне в течение 1 минуты. Отправляем мясо в соус, хорошо перемешиваем. Перекладываем аппетитные куриные кусочки на блюдо и подаем к столу. Можно посыпать кунжутом. Курочка в апельсиновом соусе – это очень необычное блюдо с восхитительным вкусом. Уверена, что оно вам понравится, так как мои близкие сказали, что такой вкусной куриной грудки еще никогда не пробовали. Отметьте, пожалуйста, видео лайком, мне будет приятно. Подписывайтесь на мою домашнюю кухню, впереди вас ждет больше оригинальных рецептов.